Ребята, всем привет, с вами Александр, и у нас сегодня хороший повод для того, чтобы снять видео. Приветствуйте, его величество, свирепый, неукротимый король динозавров, Индоминус Рекс. Да, его добавили в игру Jurassic World Evolution, но я думаю, в этом никто не сомневался, потому что Индоминус у нас есть в игре Jurassic World The Game, он также есть Jurassic World Alive. Там он, кстати, умеет использовать невидимость, становиться невидимым, что, собственно говоря, нам демонстрировали также в фильме, да. Но тут его реально совсем не видно, вот присматриваемся, и он зеленый. Он, конечно, здесь не невидимый, но цвет меняет, как каракатица. И давайте же посмотрим, как его нам представляют в нашей будущей игре, которая выйдет уже на днях. Усаживайтесь поудобнее и не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, если вы увлекаетесь динозаврами и прочими загадочными существами. Поехали! И как мы видели, нам показали, что он там сражался с анкилозавром. Такая же сцена у нас была подобная и в фильме «Мир юрского периода». Там Индоминус проявил себя с лучшей стороны, как очень развитое интеллектуальное существо. Да, наткнувшись на панцирного динозавра, он попытался его укусить, понял, что там броня, и потом просто перевернул и загрыз его. Посмотрим, как он будет себя вести в парке. Это, кстати, довольно интересный момент, ребятки. Давайте, собственно говоря, ребята, вспомним, из генов каких существ состоит наш Индоминус, потому что в превьюшечке нам только начали говорить, но не назвали полный список. И это гибрид тираннозавра, велоцираптора, карнотавра, гигантозавра, терезинозавра, цератозавра, маюнгозавра, древесной лягушки, кстати, это очень ядовитое существо, каракатицы и гремучей змеи. А каракатица, собственно говоря, существо, которое шикарнейшим образом может менять свою окраску. Есть, как же они называются, такие маленькие каракатицы, которые ходят по дну. Ой, забыл, ребята, вообще шикарное мелкое такое существо, очень красивое. В общем-то, благодаря каракатице он умеет маскироваться, да, что используется в Jurassic World Alive. Ну, я думаю, этот факт, собственно говоря, мало где обыгрывается. Только вот в Jurassic World Alive используется эта его особенность. Он может стать невидимым, и за, в общем-то, по нему атака не пройдет. Чё-то мне кажется, что все-таки это перебор для динозавра, да, и вряд ли эта особенность будет использоваться у тираннозавра в Jurassic World Evolution. Кстати, вот от гремучей змеи, кто не знал, то Индоминусу досталась возможность открывать свою челюсть на 180 градусов, ребята. То есть, это полностью раскрыть свое хавло может Индоминус. Конечно, это мало что поможет в таком-то раскрытом состоянии. У него просто не будет силы укуса особого. Но это говорит о том, что у него нижняя челюсть подвижная. Ну и по идее, это должно как-то ослаблять его укус. Что же у нас, ребята, касательно длины? То у нас 15,2 метра длина, рост 6,5 метров, вес 9 тонн. Ну, там есть, кстати, некоторые данные, в которых написано с официального сайта, что высота его 40 футов, а это 12 метров. То есть, каким-то образом, я не знаю, это если он так встанет на цыпочки и поднимет руки, и не знаю, какая-то можно было померить, 12 метров это нереальная цифра. У Индоминуса, кстати, есть еще очень хорошая такая особенность. Он может рычать 140-160 децибел, сила звука. Это сопоставимо с Боингом 747. А еще я так скажу, что все, что выше 140, может человека просто сделать глухим. То есть, и просто имбически. Ему достаточно крикнуть, и все упадут. И еще он может развивать скорость до 50 км в час. Это невероятно, ребята, большая цифра для динозавра столь большого веса. То есть 9,5 тонн – это очень много. И, ну, не знаю, какие должны быть у него крепкие кости в ногах, чтобы тушку в почти 10 тонн разгонять до 50 км в час. Скорость Индоминуса там где-то километров 35-40 по разным данным. При том, что самый крупный образец, Сью, по последним подсчетам, тоже весил примерно 9,5 тонн. Но такую скорость ему точно не присваивали. Ну да, как я и говорил, вот, посмотрел, ребятки, около 40 км в час. А по наименьшей оценке это 18 км в час.
А наивысшая 72 км в час, ну это точно, я в это не верю. Рапторам даже дают оценку скорости ниже. Ну, как обычно, ребята, сколько ученых, столько мнений, потому что палеонтология это наука неточная. И кое-кто говорит, что у тираннозавра были очень развитые мышцы ног, и он мог бегать 40-70 км в час. Это, ребятки, в принципе, скорость зависит от чего? От прочности костей и от веса животного. И, ну, количество мышц, которые на нем, они и составляют основную массу животного. Чем более тяжелое животное, тем медленнее оно будет. И если сравнивать кости тираннозавра с костью слона, то его скорость не будет превышать 40 км в час. Касательно и индоминуса, и тираннозавра, да, главное ограничивающий фактор это то, что существо весом в 10 тонн, если будет бежать на скорости 40 км, и не дай бог споткнется, упадет, оно просто сломает себе все кости и умрет. То есть такая вот теория имеет место быть, но в то же время это применимо и к жирафам. То есть жирафы очень высокие, у них очень толстая шея, да, но они тем не менее могут бегать со скоростью до 50 км в час, рискуя, да, тоже упасть и покалечиться насмерть. Ну, что еще стоит отметить, ребятки, что моделька Индоминуса Рекса, ну, как и в принципе, надеюсь, все модели динозавров в игре Jurassic World будут просто самыми лучшими и непревзойденными, поскольку самая новая игра, самые свежие технологии, и надеюсь, такое же большое количество любви к динозаврам, как и у меня, позволит разработчикам создать лучшую игру о динозаврах за всю историю. Так что, в общем-то, моделечка у них шикарная, и да, возможно, эту моделечку даже повзаимствовали у создателей фильма «Мир юрского периода». Надеюсь, они сотрудничали, и будет все просто шикарно. Напоследок еще давайте вспомним, какие были альтернативные модели Индоминус. Вот это вообще какой-то инопланетянин. Вот это тоже выглядит довольно странно. И еще парочка вариантов. И напоследок самое ужасающее и невероятное. Какая мерзость. А на этом все, ребяточки. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.